Всем доброго времени суток. Сейчас у меня, например, вечер, и я решила сегодня снять такое видео про свой уход, который я сейчас использую в декабре. В основном это уход от компании Faberlic, потому что мне эта косметика очень подходит, очень нравится, и последние 2 или 3 года я пользуюсь исключительно, ну, в большинстве своем, это компания Faberlic. Начну с того, что ну, наверное, с очищения, и буду говорить как бы про то, что я всегда говорю, и то, что я всегда пользуюсь, и на чем-то останавливаться, что из новинок, или то, что произвело для меня какое-то открытие, и вообще потрясло просто мое сознание ухода в ценовой категории, которая идет у нас именно как Faberlic. То есть я не говорю сейчас там про люкс и все такое, но говорю то, что нравится мне. Итак, очищение – это гель и тоник. Неизменные мои любимки – это ботаника. На них я очень останавливаться не буду. Это мои одни из любимейших очищающих средств. Я их очень люблю. Мне подходят именно они. И тут дело не в том, что они как-то стоят бюджетно. Мне они действительно нравятся и подходят моей коже. И зимой, и летом мне очень нравится тоник ботаника. Может быть, потому что там гранат, он настолько хорошо освежает мою кожу. Он очень классно это делает. Мне нравится, мне подходит. И они очень давно, я прям пользуюсь. Именно вот эта серия очень мне нравится. Еще из очищения у меня сейчас вот такое средство. Я им раньше не пользовалась, но мне оно понравилось. Это такой гель, очищающий гамаш. Скраб, это скраб. Мне нравится, что он довольно-таки деликатный. Он не травмирует кожу. И хорошо очищает. После него кожа действительно такая отскрабированная. Причем никаких травм на ней нет. Потому что травмировать кожу 30+, как бы надо с осторожностью, потому что кожа уже теряет былую эластичность, и даже если она у вас жирная, надо уже осторожно относиться к средствам, которые содержат в себе скрабинки. Но это мне понравилось, довольно-таки неплохое средство. Так, на чем хочу остановиться? Так, очищение сказала, тоник сказала, и поехали дальше. Что мне просто из моих новинок, просто вау, такое вау, что мне нравится до такой степени, буду хвалить, это серия BioGlow. Она для меня вообще очень мне нравится, эта серия. Одно средство, немножечко я не подружилась с ним, но в целом линейка настолько хороша. Это софтнер. Софтнер имеет консистенцию такую тягучую, она не как тоник. Мне настолько она нравится, это одна из последних новинок компании Faberlic. Она имеет консистенцию такую тягучую, как эмульсия. Пахнет она цитрусом. В ней в составе и входит, здесь, к сожалению, не написано, я скажу, что по памяти, витамин С, вот этот комплекс BioGlow. Что-то там еще у нас, честно, не знаю даже. Вот. В общем, надо вспоминать. Но Вовтем, по-моему, есть. Он идет как тоник. Он идет как основа под макияж, и, по-моему, вечером тоже можно его наносить. И в течение дня можно наносить и тоник, и база под макияж. Но я его использую даже вечером, как перед нанесением крема. Настолько мне нравится оно. Тоник использую, после тоника еще им брызгаю, он освежает. Этот витамин С для моей кожи сейчас зимой просто какое-то волшебство. Она какая-то подтянутая становится, и крем наносится лучше, и действительно как-то распределяется так приятно. То есть это средство для меня прямо, я не знаю, прям понравилось. Одно из прям любимых средств. Где-то вот так, наверное, я уже его использовала. Причем оно у меня относительно недавно. Это новинка, наверное, прошлого каталога. Вот сколько много я наговорила про это средство. Так, сейчас пойдут у меня крема дневные. Их будет несколько. Ну, как бы объясню, почему. Варю, кидаю в пустышки, останавливаться не буду. Расскажу в пустых баночках про него. И с ним же вот такие две штучки. Вот как бы крем закончился, а сыворотки вот эти остались, эликсиры. Но я их могу использовать и просто. Очень нравится, очень люблю. У меня еще такие две лежат новые. Но так как у нас новинки выходят постоянно, и сейчас у меня опять какая-то любимая новинка появилась. Просто серия, извиняюсь, Faberlic бомбит настолько. Мне так подходят эти средства. Ну, я не знаю, что может быть лучше. Конечно же, вообще у меня крем был
дорогой, где-то за 2700 рублей. Дороже я вообще не вижу смысла покупать. Я иногда хожу к косметологу и какие-то лучше сделаю косметологические там процедуры, типа там гальванические токи или какой-то массаж. То есть я считаю, что лучше ложиться в косметолога, действительно, если у вас какая-то проблема. И я считаю действительно, что кремами мы можем поддержать как-то верхний слой кожи, как бы слой. Но если уже идут серьезные, глубокие возрастные изменения, как опущение овала лица, там, да, ну никак мы кремом его не подтянем. Просто никак. Кожу, да, кожу можно вот увлажнить, придать цвет, пигментные пятна, что-то с этим делать. Но когда идут сильные очень такие изменения, ничего мы не сделать не можем, только идти к косметологу и как-то уже радикально с этим бороться. Так, проехали дальше. Что у меня еще? Вот это средство люблю. Гиалуроновый гель. И буду его повторять 100%. Вот столько у меня его уже использовано. Это такая зеленая консистенция. Резковато пахнет. Но я в каком-то из видео снимала. Мне настолько он полюбился. Он для меня не липкий, хотя кожа у меня жирная. А сейчас зимой, конечно, менее жирная, но в целом у нас она жирная. Конечно, вот эти части, они посуше, эта зона как бы пожирнее, но в целом вообще кожа у меня все-таки не сухая точно. Конечно, с возрастными изменениями и все такое прочее. Ну, как бы вот. Очень хороший гель с алоэ вера, гиалуроновый. Люблю. Использую его иногда просто так, когда хочется какой-то легкости. Иногда под крем использую. Ну, в общем, как-то вот так. Еще у меня в использовании сейчас вот такой крем Реноваж, но я его отложила немножечко в стороночку. Этот крем идет 45+. Я говорила, что этот крем для меня еще рановат, мне нет 45 лет. Но я решила просто как попользоваться им. Взяла его по акции Faberlic Like, по-моему, когда он только начался. И этот крем такой приятный, мне в нем не нравится отдушка. И сейчас я про него пока говорить перестану. Потому что расскажу вам, что заняло в моем сердце любовь, и моя кожа стала любить. Это вот этот крем. Global Oxygen кислородный увлажняющий крем. Я отложила все. Я отложила Варио, я отложила Реноваж, и даже свой любимый гиалуроновый гель. И даже вот такой крем, который с жемчужным эффектом тоже очень люблю. Мне он подходит, мне он нравится, BioGlow действительно выравнивает тон, действительно выравнивает очень кожу. Его можно наносить как-то частями, как-то вот, чтобы блеск придать, можно на все лицо. Крем действительно достойный, но этот крем, это что-то. Сейчас я себе буду брать питательный крем. Тут мне в комментариях написали, что эта восьмерочка означает кислород, восьмой элемент в системе. Таблица Менделеева. Я, если честно, не проверяла, не помню. По химии у меня не было пятерки, к сожалению. Но спасибо большое, что вы мне пишете. Я хоть что-то даже узнаю. В общем, этот крем для меня он лучше Океанума. Лучше всех вот этих названных. Но Варио, нет, Варио я тоже люблю. Но настолько легкая текстура. Она так распределяется. Даже крем, который у меня был когда-то от доктор Пьер Рика за 2700 рублей, рядом не стоял вот с этим Global Oxygen. Это что-то невероятное. Он мне так нравится. Он действительно разглаживает кожу. Он ее увлажняет. Он ее насыщает кислородом. Я не знаю, как там это все работает. Вообще даже не представляю. Написано Never Stop Energy. В общем, здесь такая написана система, что этот комплекс и детоксиканты, и еще и витамин С. Я люблю, когда в креме есть витамин С. Мне это нравится. Как-то это все, в общем, доставляет энергию в клеточки кожи. Она выглядит свежей, сияющей, действительно. Я пользуюсь кремом вот в последней распаковке, сколько прошло, пару недель. И все, я отложила все в сторону. Может быть, вам как-то попробовать показать. Крем имеет такую текстуру, впитывается, он так скользит хорошо, приятная, на приятнейшая отдушка у крема. Мне он прям подходит. Прям я тащусь.
он какой-то как эмульсия. И после него кожа моментально разглаживается, моментально мимические морщинки. В общем, я хочу еще взять бустер из этой серии. Хочу еще взять питательный крем. Вот по лайку буду брать точно. Просто что-то невероятное для меня. Мне нравится. Так, дальше. Про этот крем я сказала. И еще кое-что, что мне тоже действительно очень нравится. Вместо ночного крема и вместо ночной маски Weekend сейчас у меня вот такая серия тоже Bio Glow. Мне безумно нравится. Просто я не знаю, какие слова подобрать, как ее мне вот прям восхвалить, насколько она мне подходит. Sweet Dreams, A Match of Mango. Здесь в составе манго тот же самый витамин С, BioGlow комплекс. И это такая интересная консистенция. Тоже буду брать наверняка еще. Здесь, наверное, треть баночки я использовала. Она такая, как желеобразная. Пахнет она манго с цитрусом. Такая тягучая штучка. Ее даже так на палец не наберешь. Но все волшебство в том, вот я смотрела у девушек в обзоре, об этом никто не сказал. Когда при нанесении мы наносим, она как бы превращается в такую как бы водичку. Я первый раз нанесла, она так потекла у меня. То есть она меняет свою структуру. Сначала она как желе, мы ее нанесли, и она как бы становится водянистая. Я, значит, нанесла, она впиталась. Я не понимаю, что дальше делать надо. Я еще нанесла. И еще нанесла. В общем-то, думаю, ладно, такая, думаю, похожу. Вот первый день, когда использовала. И когда прошло минут 15, я посмотрела на себя в зеркало и обратила внимание, что моя кожа какая-то жирненькая. И она такая вот не впитывается, то есть я много нанесла средства, оно какое-то масляное. Там, по-моему, в составе есть баттер ши, да, масло ши, я вот не помню, надо посмотреть. Здесь состава на баночке нет, она была на упаковке, я ее выбросила. Видимо, это такая консистенция, которая как бы легкая. И потом она превращается в такое маслице, что ли, я не знаю. И если с ним переборщить, оно становится такое питательное. При всем при этом, ну это же ночное, да, мы понимаем, что на ночь кожу надо больше питать. При всем при этом она как-то волшебно такая бархатистая. Знаете, такие вот эти вот маленький пушок, так он, как сказать, кожа такая, я не знаю, как слово сказать, она действительно напитанная. При всем при этом она не жирная. Она какая-то прямо вот мягкая, и появляется такой тонус утром приятный, появляется какой-то румянец. Мне очень нравится эта серия, вот однозначно. И, кстати, крем-бальзам в этой серии для век мне очень тоже нравится. Он питательный, там написано гель, насколько я помню, но крем для век, он идет как бальзамический, густой, и он действительно как-то разглаживает морщинки. Девушки 30, 35, 40, мне кажется, должны очень оценить. Особенно зимой, когда надоедают, может быть, какие-то такие кремы там с пептидами, да, бывают, пользуются, там, омолаживающие. Он, вот этот витамин С, классно тоже очень влияет, потому что витамин С у нас организмом не вырабатывается, насколько я знаю, и мы можем только как-то либо принимать его в витаминах, либо наносить на кожу. Он очень хорошо влияет на цвет лица. Особенно зимой, когда так вот все тут и так как-то мутненько и скучненько, еще эти все карантины туда надоели нам все просто вообще. Так что вот эти вообще мои must-have, да, можно сказать, вот эти два средства просто бомба. Еще посмотрела у девчонок каких-то в обзорах маска. Хвалят маску очень. Сейчас про маску скажу я еще вот что. Так, еще у моих любимчиков вот это. Лучший комплимент, повторная покупка, да? Слышала тоже на днях у кого-то. Так вот, серию карбокситерапии я беру уже который раз. Мне тоже нравится она. Наносим средство первое, выжидаем время, потом второе и наносим маску. Вот что-то мне подсказывает такое мое предчувствие, что маска вот это будет чем-то схоже с этой маской. Там идет охлаждающий эффект, усиливается циркуляция кислорода. Мне нравится эта серия, после нее появляется румянец. Как будто бы вы прошлись по морозному вечернему городу или лесу, в принципе, можно пройтись. Ну и дополнительные какие-то процедуры
которые в косметологическом кабинете за одну процедуру стоят 1000 рублей, а здесь вы приобретаете весь комплекс еще и с классной скидкой 500-600, и вам хватит ее ну, до 10 процедур, смотря как вы будете использовать. Вот сколько я наговорила. Мне понравилась вот эта маска. Мне нравится, действительно, вот написано, защищает кожу кислородом. Как это чувствую я? Я это чувствую как? Я не могу это проверить, да, насколько мы насытили кислородом. Но я чувствую, что моей коже приятно, комфортно. Я чувствую, убираются отеки. Я чувствую, как она начинает дышать. Появляется румянец, какая-то бодрость, свежесть. Мне нравится, как выглядит вообще мое отражение в зеркале. В принципе, вот так я ориентируюсь. Тоже очень советую попробовать, кто еще не пробовал. Так, ну, серия Океанум у меня тоже есть. Она не стала моей любимкой, но этот крем я использую. Он для тела. Я как-то на тело мало его использую, но я его использую либо на декольте, на руки, на так чуть-чуть на ноги. Сильно тело почему-то мазать не люблю, не могу себя приучить. Как-то, мне кажется, плохо впитывается мне все. Но, в принципе, вот этот кремик хорошенький, вот тут уже немножко осталось. Мне нравится. Здесь прекрасный состав. На первых, прямо буквально первая вода, и второе сразу парки баттер, то есть масло. Баттер это масло. То есть состав здесь прекрасный. Тут и жожоба, и гидрорезиновый, гидрогенизированный глицерин тут, и триглицерид. То есть триглицерид и триглицерол, это витамин Е, там какие-то они, не буду сейчас врать вам. Аргинин. В общем, состав вот у этого крема хороший. Мне его нравится использовать на руки и вот сюда, ну и там, куда еще хватит. Тоже нравится. Также на шею использую крем вот такой Реноваж, либо иногда беру Гардерику, ну либо для лица тоже всегда, потому что мы должны понимать, что наше лицо вообще заканчивается вот здесь, как декольте. Мажем лицо и вот эти все части, и вот здесь ушки, по идее, все это тоже надо смягчать и увлажнять. Тоже нравится. Цена, кстати, на нем довольно-таки бюджетная, там около 300 рублей с хорошей скидкой, 75 миллилитров надолго хватает. Такой нормальный крем, неплохой. И сейчас на веки я использую Проликсир, просто для разнообразия. В будущем планирую взять все-таки что-то из BioGlow или Global Oxygen, потому что эти серии мне безумно-безумно нравятся. Ну вот так сегодня, наверное, закончу. Это был мой уход, которым я пользуюсь сейчас. Я сюда только не включила маски, но маски у меня разные меняются. Тут какие-то мне сейчас на день рождения подарили. Буду показывать их в следующих видео. Большое спасибо, что вы были со мной. Мне очень приятно. Делитесь, пожалуйста, нравится ли вам серия, пробовали вы серию вот эту Global Oxygen. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Достойная ли линейка, подошла ли она вам. И напишите, пожалуйста, про манго и серию BioGlow. Знаю, что многим она понравилась, как и мне, подошла. Но кто-то и ругает, как я иногда, например, жидкие патчи, мне не очень понравилось средство, а кто-то очень их полюбил. Так, ну на этом мое видео заканчивается. Всем спасибо, что вы были со мной. Приятного вам вечера и здоровья. Не болейте. Пока-пока.